La Rumi, da, da. Cât e de frumos. E frumos. Dar păi ei din proiectele astea fură oameni buni. Da, ei pun mai puțin plitcă, mai... Cine îi controlează? Da, cine? Este o comisie financiară să-i controleze? Nu-i! Da. Я сколько стоял там, вот когда был, А стоит ли сделать этот митинг? Стоит ли сделать этот митинг? Я не знаю, я смотрю, это Тарнашин там. Тарнашин? Да. Кому тема предъявлена? Добров. Добров. Добров делает. Добров, это, ему мало 55 тысяч. Да, да, Добров делает. Да, да. Это Баламут, да. Да, это Баламут, да, Добров делает, да. Чтобы люди знали. Ирина Влах работает при Добров. Я тарлапша дистрибуит. Am venit la Comrat, la meeting. Ei au făcut aici. Ia uitați și... Da, uitați și copaci frumos au. Uitați-vă și parc frumos au. Ei aici la Comrat, oameni buni. Vă arăt pentru că... Dacă noi am venit întrei. Întrei, Galina. Da, da, bună ziua. Am venit să le facem un contraprotest. Înțelegeți? Ei strâng lumea, Добров. Vedeți ce spune lumea? Баламут, Добров. Мало ему 5 тысяч пенсия, еще хочет. Dar Добров s-a unit cu Ирина Влах. Și Ирина Влах, prin Добров, și prin alți pasageri de ei, vă mai dau familie la... Adună lumea, ia uitați-vă, Muzon, Muzon, ia uitați și parcuri au ei aici, vă dați seama? Uitați-vă și parcuri au. Ai să tot făcut de Uniunea Europeană, oameni buni. Tot Uniunea Europeană le-a făcut și parcuri, și școli, românii, turșii. Lucrează acum la drumul Giurgiulești, Giurgiulești, Cimișlia. Se face drum nou, mare. Apea că uitați-vă, l-a băut și l-a mâncat. Haida, iuha! N-are nică biserica cu partidul. Biserica asta e galbenă de când e, oameni buni. De când e. Asta e biserica lui Irina Vlach și al Dodon. Nu încurcați. Noi am venit la nuntă. Da, da, aici e ca la nuntă, da. Aici nu-i protest, ai nuntă. Ele vin, iau, nu-i America de vrei. Vedeți ce de ușor de adunat lumea cu... S-a scuntit gazul, Ирина Влах, s-a scuntit gazul pentru tine. Здравствуйте, здравствуйте. Ia uite. Ia uite, Muzon, Comrat, Comrat, muzică. Dar pe Ирина Влах bani are să adune lumea. Ирина Влах are bani să adune lumea. Cu Добров împreună. Vedeți lumea și spune. Care s-a trezit lumea și înțelege că Добров e un aferist cu Ирина Влах împreună. Ei speră că aici să fie foarte multă lume, dar lumea s-a trezit. Comrat, Comrat, eu am scris. Oraș Comrat. Comrat.
Ирина Влахова адунат лумя ку добров împreună. Lumea trebuie să înțeleagă corect că Irina Vlahov a furat și fură în continuare cu Dodon, cu toți împreună și duce lumea în eroare. A ieșit gazul, că s-a scunchit gazul. Întrebați-l pe Dodon de ce s-a scunchit gazul. Cine a făcut contractul? Говорить, что... А знаешь, кто организовал? Сейчас, да, вот Ваня пошел узнавать. Добро. Добро? Ну, да. Надо подойти, чтобы он дал вам слово, если что-то. Потому что, знаешь, люди еще какие у нас. Да. Ахти, наши. Ну, люди уже понимают. По дороге да, я... Больше понимаю, я по дороге спрашивала людей, этот аферист? Добро, этот аферист? Ага. Он, Ирина Влах через Дуброва сюда. Ага. Пригласила людей, поняла? Да. Потому что и еще есть один депутат, который занимается социальными этими. Он привозит, он привозит все вот эти машины, автобусы и не девамирует, не делает, не растамаживает. Да, растаможку не делает. Это все деньги в их карманы. Ирина, да. Ирина тогда вышла с Коли, или как его. Да. Не дает человеку слова, чтобы его спросить, ее спросить. Она все свою... Конечно, как же, надо защищать. Да, себя защищает. Да. Лево, право уже тянет, не знает, куда тянуть, да. Чтобы людей дурить. Чтобы людей дурить. Ты дуришь людей уже, да. Европейские деньги куда уходят, она просит... чтобы парламент еще выделил ей, чтобы еще больше воровать. Да. А где идет всякие деньги с Европы? Где эти деньги? Куда они уходят? И везде воруют? Эти, да, воруют. Везде эти выигрывают, как его? Тендеры. Тендеры, да. Все одни родственники. Все родственники, да. Августо. Да. Кто? Августо. 4 магазина или 5 открылись за год? За год. Да. Августо, вот. Это ее родственники. Это ее родственники? Конечно. Ну, для славы не требуем. На славы мы не требуем. Кастандятся. Да. Кандятся, да. Вода просто. Это, видишь? Я думаю, что это. Я таша вам им буль. Поехали требаться, да, цин требуем. Ну, если вирус, де вое. Ян. Лиды вои, мой муж. Да, старый диурдент. Да, старый диурдент. Марды, старый диурдент. Да. Буна дымняться. Позвонили в цей ласупу. Да. Сентрибуем, еще не воды вои, свечец. А ты да, дунерь, де луми, мулты, саратем. Ну интерзис ладыши. Ей на у старый диурдент. Ну интерзис, и я у алты луми. Я очень гений. Там другой мир. Можно делать протест. У нас там нельзя. Старый диурдент на ночном учет должен дать другое. Да, Ерксу. Ну, я же говорю, как... Я послал его. Видишь? Я не знаю. Да, не твоем. Да. Ещё сутернат старые диурденцы, кашла Ирина Влах, кашла Таубер ла Орхей. А ещё ну сын старые диурденцы, боже упаси. Трещин стацин гагаузи, а ещё иду через увяцы. Ирина Влах, дак вали пис лынга дынса, а везде туати. Добров, Ирина Влах. Да. Есть пару депутатов, ещё молодые, я тебе покажу их. Которые вот эти привозят все эти социальные машины вместе с Ириной Влах. Но она хочет у меня 200 тысяч леем, я ей покажу. Да. Да. Мы решили сделать митинг в знак протеста повышения энергоресурсов, газ, свет, да. Которые подняли
те цены, которые для населения сегодня неподъемные. К сожалению, мы выбираем и депутатов, и президентов, но мы им нужны тогда, когда нужны выборы. К сожалению, когда чего-то касается наших вопросов, они с нами не, к сожалению, не советуются. Поэтому сегодня мы собрались высказать свой протест. Протест на... Я считаю, что это беспредел. Другого слова я не нахожу для того, чтобы хоть как-то высказать свое мнение. Хотелось бы, чтобы все сохранили спокойствие. Более того, желательно, чтобы все были в маске и какая-то дистанция соблюдалась. Потому что